Самая кровопролитная после Великой Отечественной афганская война унесла жизни 15 тысяч советских солдат и офицеров. С нее в город Горняков не вернулись трое железногорцев. Сегодня, 15 февраля, объединяет всех, кто помнит и знает. Тогда, три десятка лет назад, воины-интернационалисты сражались за Родину. С годовщиной вывода войск, ветеранов боевых действий, их родных и близких поздравил начальник управления внешних социальных программ Михайловского ГОКа Александр Быканов. Годовщина вывода войск, тем более юбилейная дата, является знаменательным, я бы сказал, памятным событием. И вот сохранением памяти о войне, памяти о героизме наших парней, много делается на Михайловском ГОКе совместно с ветеранской организацией. Компания «Металлоинвест» достаточно, будем говорить, глубоко погружена вот в эту работу, финансирует большие мероприятия. И вот, пользуясь случаем, хотелось бы выразить самые искренние слова благодарности ветеранам Афганистана и просто локальных военных событий, руководству вот этой организации, за то, что они проводят большую работу по патриотизму. Они вот прививают молодежи любовь к своей большой и малой родине. Воины-афганцы Железногорска и сегодня остаются в строю. Они с честью переняли эстафету у своих старших товарищей, ветеранов Великой Отечественной. На этот раз решать мирную, но ответственную задачу – воспитывать на своем примере молодежь города Горняков. В этом им всемерную поддержку оказывает компания «Металлоинвест». Детям это обязательно нужно, потому что мы выезжаем в спортивные лагеря. Не только, я как уже говорил, к нам сюда, да, в Железногорск. Нас приглашают в Орловскую область, нас там встречают. Дети – это, наверное, сейчас самое главное. И нужно детей поставить на правильный путь, чтобы они знали, хотя бы понимали взрослых, хотя бы вот видели, идет человек в погонах. Это мне сколько лет. Потом мне приятно, когда люди одеты по форме, красиво все. И патриотизм нужен обязательно. В канун 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана значимым событием для железногорцев стал концерт оренбургской группы «Контингент». Ее песни посвящены десантникам, разведчикам, танкистам, пограничникам, известным и безымянным защитникам Родины. Накануне юбилейной даты коллектив побывал с гастролями не только в Железногорске, но в Старом Осколе, Губкине, Новотроицке. Такой подарок сделала компания «Металлоинвест» всем воинам-интернационалистам, проживающим в городах ее присутствия. А в канун Дня защитника Отечества все участники локальных военных конфликтов, работающие на Михайловском ГОКе, по традиции получат от компании материальную помощь.